Pardon. Et il se fâche, mais... Тяжко все. Настолько тяжко. Тяжко. Почему я должен смотреть глупые ролики? Дебильные совершенно. Дебильный фильм, дебильная история, дебильные ролики. Идиотская игра. Ну почему? Ну зачем это все? Ну что это? Ну что это за дерьмо? Это дерьмо. Парень с редкими ладошками. Редкие ладошки. Ну хватит уже. Ну, хватит. Отцентруем. Отцентровали. Продолжить. Пуховичок надо. Ватничек. Сменить. Сменить. Полетели, полетели, полетели. На головку сели. Сейчас жопами примерзнут и все. Насмерть. Господи, ну этот можно как-то? Нельзя. А, можно. Походу нажал, но это никогда не кончится. Ну что, дерьмо. Ужас. На черт это. На черт это вот. Два придурка. Ой. Рога казата. Оказывается. Пришла рога казата за малыми ребятами. О, он даже сказал. Малыми ребятами сказал. Пых. Все. Ну. Все. Говно. Ну все. Главное баскетбольные штаны одеть. И сразу тогда все получится в семейниках. Так. Опыт. Опыт. Уровень 2 очков. 1 очко. Здоровье плюс 5. Урон рукопашный плюс 20. Скорость раскачки. Нажми тап, чтобы открыть древо навыков. Древо навыков. Древо навыков. Вы повысили свой уровень и получили очко навыков. Продолжить. Очко навыков дается за накопление определенного количества опыта. Выполняйте задания и побеждайте врагов для получения опыта и дополнительного очка навыков. Чтобы открыть навык, выберите его. И удерживайте. Пробел. Это что у нас? Возможность сохранить третье добивание про запас. Чтобы увидеть описание этого дерева, древа, навыков, вам необходимо продвинуться дальше по сюжету.
Ieri doi voi voi nauti e vivo solo i prigioni nasce niente stavo per scendere più no che non mi segna urlona braga e voi voi vivo sciocca pocnet nada e cala vodit vivo sciocca. Увеличение радиуса действия. А это очень закрыто. Да, это увеличивает количество биосил, получаемые при атаке и уклонении. Заполняет сегмент биоэнергии. Подкинув врага после серии рукопашных атак, или биоатаки, удерживайте чего-то там. Удерживайте чего-то там. И а чего там удерживать? Чего не видно? Эп, что ли? Какое дерьмо! Какой идиот придумал красным писать бордовым на темно-синим. Ну какой кретин это придумал? Ну чё не написать белым по тёмному тогда уж? Идиоты, кретины. Спокойно, спокойно. А, две клавиши ещё пробел надо нажимать. Тогда пёрнет он, и все разбегутся. Биошок, конечно. Тик, все разбегутся. Отбросить соседних врагов воздух. Лишить их оружия и вызвать у них биошок. Вертенте. Вертенте. Биошок теперь есть в списке приемов. Вы спикируете вниз и набрать скорость. Нажмите X в воздухе, чтобы... Бум. Не хочу я пикировать вниз. Где там эта штучка? Ой, да, я его приветствую. Так себе болит. Вот эта штучка. Так. Так. Семьсот. А здесь тупичок. Тупичок. Тупичок, тупичок. Чок-чок, тупичок. Сейчас. Бегаем, бегаем. Надо стало уменьшаться. Там тоже тупик. Там тупик. Так. Ни одна собака не помогла, когда он сражался с металлическим дяденькой. Ни одна собака.
холодности проходит. Трёшник какой. Так. Это можно мыться оттуда паузу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Готово. Вы получили доступ к новому костюму. Готов жить. Чтобы сменить костюм, воспользуйтесь страницей костюма. Так, карта, навыки, задания, социальная лента, тесты, список приемов. Тогда вам будет доступен. Когда вам будет доступно больше костюмчиков, возвращайтесь сюда, чтобы выбрать любой из них. Из них. Ого, но. Так, можно. Нет, это никогда не кончится. Это. Ой. Прощальный подарок. Все. Так. Свободное падение. Доступны очки навыков. Ой. Я надеюсь, здесь нет этого задания на время. Это тяжело будет. Я же не хотел летать, собака. Я зажал shift, чтобы он ускорился, а не чтобы подлет был. Все, хватит, хватит. Все. Вот, вот зараза. Он все никак не уймется. Не хочет ускоряться собака. Но терять. Опять какие-то стройка. То же самое. 700. 600. 600, 600, 600. Бездомные. Основное достижение американской демократии. Бездомные. Вот. Делятся этим со всем миром. Этой прелестью. Вот как хорошо люди живут. Благословенной Америке. Хитрить ее. В качели. Так. Ладно, тоже, наверное, бездомный, раз бегает голышом по морозу. Или придурок. О, стрекозёл. Почему его не штрафуют за такое поведение? Они ходят и думают, почему Спайдермен не того?
Я не хочу просто. Рыгать-ка. Козёл. Козёл. Козлина. Там список приёмов. О, базовая атака. Базовая атака. Чпок. Так, это мы моську свою убираем. Базовая атака. Это у нас левый клуб. Белая кнопка. Левая кнопка. Базовая серия. Тик-тик-тик. Тик-тик-тик. Так. Оп-оп-оп-оп-оп-опа. Так это надо... Это надо уметь 4 раза на левую кнопку мыши нажать. Паутинный удар. F. Бум. F просто. Паутинный удар. Господи. Подбрасывание. Чпок. Удерживать F. Разоружение. Оп. F. Оп. И его же винтовкой автоматической стебанул. Стебанула. Бросок на паутине. Бум, бум. Чок. Эх. А чё? И всё, эх. И подбрасывание, и разоружение, и бросок на паутине. И всё, эх. А как это? Как это? Как это? Уклонение. Левый контрол. Левая контра. Как контра может быть левый? Контра это контрреволюционер. Революционер левый. А левая контра это значит контрреволюционер буржуазной революции. То есть это хороший человек. Уклонение. Левый контрол. Мы уклонились от этого металлического человека. С этим из какого? И рок, док, от металлического носорога. Уклонились. Так, левый контрол. Идеальное уклонение. Так. Ой, ничего себе у тебя, он же пропустил удар в мозгу. Бум. И ему больно стало. Он нас ударил, и ему больно. Это мы выдохнули. Выдохнули в момент удара по нам. Тогда можно устроить сотрясение мозга противнику. Он бьет. Коробку отдает. Левый контрол. Ой, господи, сколько же. Господи, охренеть. Мельница. Автомельница и все молодчики называются вертолетчики. Господи. Это охренеть, это все. Вот к завтрашнему дню вам домашнее задание будет выучить всю эту хренотень. И тогда подойдете к учителю биологии или преподавателю и отчитаетесь. И пусть он вам пятерку поставит за владение телом чужим. Вот. Лучше охренеть. Лучше охренеть не встать. Ну что это? Бой в воздухе. Охренеть. Серия атак. Тиберох. Бух. Бух, тиберох, тиберох, тиберох. Бух. Бух. Бух, бух. Ой. Наверное, больно. Все, отскок. Отскок. Удар.
Серпента началось. Било силовые приемы. Бил пинок. Пук. Все. Полный писец. Сканирование местности. В. Тра-та-та-та. Метки на врагах. Чпок. 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 Удерживайте колесико. Колесико нажмите. Так не у всех нажимается колесико-то на мышках. Вот. Видите, что творится? Бесшумный нокаут. Ничего себе бесшумный. Значит, черепушка треснет. Чужая. И его коленная чашечка тоже треснет. Бесшумный нокаут. Так, нокаут паутинным ударом. Эх. Паутинным ударом. Бум. Тебе дох. Раскачка. Левый шист. Удержание. А, это перемещение. Интересно все. Воздушная акробатика. Скрытность, скрытность, скрытность. Так, метка на врагах. Бесшумный нокаут. Бесшумный. А вот скрытность. Нокаут паутинным ударом. Эх. Вот так надо. Сканировать местности, метки на врагах. Удерживать колесико нажатым. Ой, я уже устал. Я уже устал. Сканирование местности. О, сканирование местности. Здесь какая-то гадость нас ждет. А что это такое? Что это такое? И чего? А, радиоприемничек такой. Так, что это? Какой-то изверг нас. Нас какой-то изверг. О. А это погибший в голограмму, наверное, превратился и теперь нас учит уму, разуму. Это никогда не кончится. Да. Почему нельзя эти ролики пропускать? Вот что ужасно. Так, ну. Ой, чего сразу так-то? Чтобы подбросить врага в воздух, удерживайте путь. Набрас. Набрас, набрас, набрас. Путь. Чего? Прыгнуть. Нажмите. Эть. Бум. Обезоружить врага. Удерживайте F. F.
чтобы подбросить врага в воздух, удерживайте что удерживайте так, и чего? А, чтобы подбросить врага в воздух. А курс какой-то там. Так. И бух. Перпента. Видите, что творится? Видите, 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 видите. Пум-п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 ум. Подбросить и два. Ля-ля-ля! Нет, это ведь невозможно пройти. Время. Почему сразу-то не это? Никакого. А, ну вот это вот. Вот это. Так, где эта штука? Два. Бум. 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 Ничего не понимаю. Там что-то зажать надо было, что-то нажать. Вот так гораздо лучше. Oh.
нет, В. В. Ale skrótny reżim. Ale tak to jest, Alice. Господи, их еще больше стало. Чем понятно? Чего там? Какой там? F. А, Ctrl. Ctrl это всего лишь убежать. А из этого я ничего не помню. Приемов скрытность. Сканирование местности. Метка. Метка не действует. Бесшумный нокаут. Только непонятно, как он. Скрытный режим. Нокаут паутинным ударом. F. Ни хрена он не нокаутировался. Наука кутировался. F. Не то. Зараза. F. Почему-то сволочь еще включает своих идиотизм. Какого черта включать эту обучающую, чтобы еще больше было? Тренируйся, эти сволочи мешают. Вот. Вот. Так. И сейчас их опять все четверо будет. Точно. Они охренели совсем. Ну что за дерьмо? Ну что за дерьмо эта игра? Сволочи. Быстро подтянуть врага. Как подтянуть врага? Я убегаю от них. И... О. И ни хрена они не подтягиваются.
наоборот этот прыгает к ним. Придурки. Придурки. Такое дерьмо делают, а не игру. Это же дерьмо, не игра. Говяное дерьмо. Вот. Подонков каких-то привели сюда. И все. И вы. Ну что? Мы пометили. Подписал на них. И чего? Пометильщик. Хренов. Безопасно. Безопасно. Что безопасно? Опасно. Безопасно. Угу. И чего? Опасно. 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 Безопасно. Это что было сейчас? Опасно. Опасно у них. А того вроде бы уже нет. Безопасно. Так, вот сволочь, а? Господи, они возвращаются так. Долбаные эти, как их, там, F, B. Какого черта они возрождаются? Это же их бы уроду. Ну какая дерьмовая игра, а? Это просто кто-то с чем-то, что-то. Этот идиот. Чего он опять возьми, придурок? Долбаный. Уйди отсюда, придурок. А у Тимона? Прилазят они. Прилазят. Прилазят они. Если враги вас не видят, вы можете отвлекать их внимание. Привод задание. И чего? Ну, привали задание. Ой, господи, какое дерьмо. Карта. Карта, карта, карта. Так, карта. О, дом. Дом, милый дом. Наша новая квартира. Дали точку масштаб. Легенда карты закрыть. Общее прохождение.
9 метров. Карлсон, который живет на крыше. Чего? Это типа дом. Угу. А войти как дом? Дом. Дом. Кадышка кончится. Надо убрать. Мне нельзя выйти в дом. Нет преград. Хоп, 50. Господи, дом что, не умеет ходить? Дверь, что ли? Придурок. Где этот сраный дом? Господи. Ритуал какой. Так. Где я? Где дом? Нет. Не попасть нам в дом сегодня. Вообще. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.